Уровень среднемесячной заработной платы в Ульяновской области до конца года должен достичь 20 тысяч рублей. Такая задача поставлена губернатором перед властями муниципалитетов и руководителями компаний. Необходимо поднимать зарплату. На 29 димитровградских предприятиях это уже сделано. 1 августа обращение главы региона поддержали руководители еще 6 организаций, собравшиеся в зале заседания для подписания соответствующего соглашения. Ваше присутствие сегодня для нас, прежде всего, добрый знак о том, что первые руководители имеют гражданскую позицию. В компаниях, занимающихся деревообработкой, производством спецодежды, изготовлением пластиковых окон, с 1 августа зарплату поднимают на 15%. Владельцы ресторанного бизнеса тоже готовы увеличить оклады своих работников. А с ноября зарплата станет больше и у работников Димитровградского элеватора. В марте мы уже подняли, то есть у нас на сегодняшний день порядка 12 тысяч уровень, средний уровень заработной платы. Ну и, соответственно, в ноябре месяце у нас в бюджете было заложено повышение. Ну и как раз так совпало, что подписание этого соглашения с нашими планами. Поэтому уровень после подписания этого соглашения с ноября месяца уровень заработной платы средний будет составлять около 16 тысяч. Повышение благосостояния граждан – ключевая задача, которой уделяет внимание губернатор. Сергей Морозов требует выработать систему влияния на бизнес, повысить их социальную ответственность перед населением. Я хотел поблагодарить вас за то, что вы услышали губернатора и вот так вот отнеслись, значит, к этой теме. И хотел бы призвать и остальных руководителей города, чтобы также, значит, в унисон вместе с вами, значит, подписали это соглашение, повысили заработную плату и тем самым, соответственно, повысили качество и уровень жизни, значит, самих жителей города Димитровграда. Власти отметили, повышая зарплату, руководителям компании необходимо сохранить штатную численность. Это условие основное. Юлия Лаптева, Эмиль Хуснутдинов. Новости Димитровграда.